Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня» и меня зовут Юля. Спасибо за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик – очередная поездка. Опять я наматываю километры на своей починенной почти машине. Так, сегодня в планах у меня всего две точки, но они три даже. Заеду обязательно к бабушке на обратном пути. Все, вам покажу, поснимаю, может быть, вдруг что-нибудь будет интересно и вам понравится. Ну все, поехали! Пока по этим пробкам доедешь куда надо. И споешь, и спляшешь, и на баяне, блин, научишься играть по онлайн-урокам, честное слово. О, сколько до Москвы ехала, столько вот в пробках тык-тык по самой Москве. Мне многие зрители пишут: Юля, вы живете около Москвы, что ж вы никому товар свой продать не можете, все сейчас повернуты на эко, вы же около Москвы живете. Да вы попробуйте по этой Москве сначала до клиента, блин, доехать. Жесть вообще. Ура! Ура, товарищи! Троекратная. Я доехала. Наконец-то. А приехала, знаете, куда? Ну, конечно, фона Юли как всегда лучше не могла найти. Давайте вот так развернемся. Вот так красивее будет. А приехала я на собачью площадку, там, где собак тренируют. Пойдемте подсмотрим. Тренируются? Все серьезно. Защита. Ага. Ты тоже защитник? Нет, он зритель. Здорово, да, с собачками занимаются? Классный дяденька в телогрейке. Так, я вам сейчас что-то покажу. В общем, отдала я человеку, который мне вот свинью привозил на переработку, все, что сделала, отдала. Смотрите, что он мне привез. Та-дам! Как говорится, безвозмездно, то есть дадом. Десочки. Штамповка. Новые. Ну, лет им уже много. Вот он говорит, вот здесь вот ржавая, не знаю, можно зачистить или на камерку ставить. В общем, съезжу на шиномонтажку, посмотрим, что они там скажут. И всякие разные запчасти, смотрите. Там, вот тут в коробочках. В общем, целый багажник. Кто живет в своем дому, очень нужно все тому. С миру по нитке. Юля на колеса. Нет, спасибо, конечно, огромное. На самом деле, правда, такая вещь сейчас очень нужная. Так, значит, какой план? Мне кто-то из подписчиков внизу в комментариях написал, что здесь, на Южном порту, ну, в общем, это такой большой автомобильный рынок, можно купить колеса примерно за 2-2500. Резину саму. Сейчас я сначала доразвезу заказы. Мне надо в апрелевку. Их бабушки. Сейчас посмотрю, кому первым поеду по навигатору. А потом сяду и посчитаю, хватит мне ли, хватит ли мне и что делать. Ну, в общем, поехали дальше. Поглядела я в своем навигаторе. Сначала бабушка.
Красная площадь. Знаете, чем пахнет Красная площадь? Красная площадь пахнет Макдональдсом и беляшами. Пока я там в пробке стоял с открытым окном, нанюхалась, есть хочу, теперь не могу. Слава богу, что я уже к бабушке приехала, побежала. А на обед сегодня у Юли был супчик, очень вкусный. И второе, куриные желудки с гречкой. Я не удержался, навозякал сверху майонеза. Я знаю, что это вредно, но иногда можно. Мамкин огород. Я вам сюда не полезу, а то тут сушилка с бельем стоит перед балконом, поэтому не побегу. Вы сейчас смотрите, какие у нее помидоры колосятся. Ну какие. Уже вон цвести один собирается. Скоро помидоры прям с балкона будем есть. Нет. А что? А то они обычно сбегаются всего. Да ты что, тут их прям вот полно. А ты вот постучи. Ты постучала, они все кверху, тут корм плавать. Тут корм плавать? Да. Да смотри, вон у тебя самки все вон беременные. Скоро тут будет, я тебе говорю, давай шпротное производство откроют. А тут это, сейчас прям вон какие-то малюсенькие вон. Где? Плавают. Вот это что ли? Угу. Это улитки на стене. На не стекле. Улитки. Вот мальки малюсенькие мальки плавают? Мальки прям вот незаметные какие-то, да? Плавают. А, вон они. И правда, их и на камеру не видно. Смотри, сколько. Ну, я тебе говорю, давай выращивай. Давай я тебе побольше аквариум привезу. У меня есть там литров на 200. Некрасовки стоит, то угловой как раз сюда стоит. Будем шпроты делать. Откроем бизнес, ба? Давай. Я на все согласна. А знаешь, как утром они, видно, знают, как я встаю, давление мерить. Сюда подхожу, включаю, и они вот все вот туда. Вот. Проверяют, как у тебя хорошее давление. Вот сюда вот все жрать просят. А я думал, давление проверяют. Да. И я им посыплю, они все кверху. И все, и нет никого. Их полно. Ну хорошо. Так что вот так. Пошли. Так, ладно, пошли. Расскажешь нашим зрителям, что смотрите, мы с бабушкой стрижками похожи, да? Похожи. Самый прям детский раз. Магазин мы идем на променад. В атаку. В атаку. В атаку с криками «Ура!». Да. Ползем потихоньку. Давай не торопись. Нет. Тихонечко. Ну, не выключается. Чуба. Дорого нынче таблетки. Так, не то слово. Это у тебя тамба... Инсульт. Это у тебя тамба 2000, да, лежит? Ну, покажи. Как выглядит 2000? Вот, вот и все. Это внучка моя меня привела. А то я вот сколько уже... Ой, не надо мне. Сколько уже на улице не выходил. 10 дней. Гуляем, погуляем. 10 дней. Надо что-то сказать, наверное, да? А сказать даже не знаю, что, если честно. Плохо ходит. Плохо. Левая нога плохо ходит, колени болят. Вот мы с ней до атаки прошли. Здесь, наверное, метров 300, наверное, до магазина. В аптеку зашли, там она кое-что себе купила, там лимон к чаю, шампунь, еще что-то. И дошкандыбали с ней под ручку до дома. Ну, она так-то бодрячком, ну, сама бодрячком, но уходит плохо. Ну, в общем, как-то так. А тем временем, уже время 5 час. Вот сижу, размышляю. Мне нужно кровь попасть. Кровь из носа. Кровь попасть, господи, заговорилась. А, кровь из носа попасть, значит, въем колбаски на Волгоградку. Потом в Апрелевку. Походу, я не успеваю колеса посмотреть на Южный порт. Ладно, сейчас сначала въем колбаски, а потом посмотрим. Я вот пока ехала, думаю, блин,
Что же у меня дома нет такого, как сказать-то? Ну просто нормального дома. В бытовке же заживем. Я бы бабушку себе забрала. Конечно, в бытовку я забрать ее не могу. Она плохо ходит. А в дом, наверное, я бы забрала. Вы, товарищи зрители, не подумайте, она не одна живет. С ней вместе мама моя с папой живут, и брат с его женой, они там все вместе, как в течение недели, как в муравейнике. А вот выходные просто так получается, что мама с папой на дачу уезжают, а Алешка где-нибудь там, ну, они или куда-то отдыхать там ходят к друзьям в гости, ну, в воскресенье же. А я приезжаю по воскресеньям, поэтому получается, что я приезжаю одна, как будто бабушка у меня. Так-то, конечно, нет. Но все равно мне ее не хватает. Хочется вот, чтобы рядышком она была со мной. Как-то так. Ладно, пошли, ем колбаски, чё. Итого. Итого. Как бы вам это показать? Итого. Так. Приправы для разных колбас, для разных видов. Сосиски, оболочка. Это для этого. Взяла. А, для луканки. Это не тот. Вам показываю. В общем, взяла тут. Вот, для бастурмы еще. Куриную грудку обваливать. Вот такая бастурма. Хочу сделать. Сетка формовочная. И перцы. Станислав Юрьевич там собрался сыры. Рассольные. По рецепту Антона Гороловского. Вот взяла ему перцы. Просто смесь перцев таких. И смесь перцев таких добавить, чтобы в рассол. Ну и приправы для разных колбас. Итого минус 1500 рублей. Вот так вот. Есть в ем колбасках один изъян. Жуткий. Прям меня он это очень сильно, если честно, раздражает. Уважаемый Павел Агапкин, вдруг так сложится луна и солнце, и вы увидите этот ролик. Вот я к вам обращаюсь. Дайте на Волгоградский проспект килограммовую фасовку. Это же капец какой-то. Вот эти пакетики 100-граммовые вообще невыгодно получается. У них есть еще килограммовая такая большая пачка, но... Не бывает в розничных магазинах килограммовых пачек. Их нужно заказать только через интернет-магазин, заказать, и тебя не придут с деком или почтой. В общем, я-то заказала большие килограммовые пачки. Но ждать их мне почти 2 недели. И получается, что мне нужно здесь купить маленькую пачку, чтобы как-то перекантоваться в следующие выходные и дождаться, пока большие пачки придут. В общем, какая-то фигня получается. Да, я знаю, что Юле надо заранее рассчитывать, но так никогда у меня не получается. У меня вот есть, потом бах, шкаф открыл, а нету. В общем... Так что вот, дайте на Волгоградку, пожалуйста, килограммовую фасовку. Ну что, сейчас посмотрим, как у нас там ситуация дорожная. Обломалась я с Южным портом, позвонила знающему человеку, то бишь брату. И он мне сказал, что Южный порт работает до 4 часов, а время уже 5. Даже, наверное, начало 6. Так что сегодня я туда не попала, но он мне порекомендовал сайт, который называется... Слушайте, не реклама, правда говорю, просто порекомендовал шинник.ру. Говорит, залезаешь туда, выбираешь Нива. И смотришь, что там есть подешевле, выбираешь, что тебе нравится, а потом, говорит, ну, закажешь нам на Бауманскую, в следующее воскресенье заберешь. В общем, вечером приеду домой, пошарю по интернету, если успею, если время, блин, найду на это, посмотрю, почем на этом шиннике можно найти резинку на колеса. Вот, все, что, едем в Апрелевку теперь. Пока не уехала. Вот сегодня с утра прочитала комментарий под прошлым видеороликом о посадке георгин. Спрашивает Юлия, как продаются георгины, продаешь ли ты их. Думаю, надо показать, пока я везу, а то забуду. Представляете, уже целый день проездила, а показать так и не показала. Так, вот везу. Везу георгины. Так, вот в горшочках это черенки. И вот тут еще клубешки. Вот везу в апреле, в том числе и георгины, да, продаю, а что не продавать? Продаю вообще все, что можно, и все, что нельзя, и все, что могу придумать. Многие спрашивают, хорошо ли они продаются. Ребят, я вам хочу сказать честно, чтобы хорошо продавалось, нужно, чтобы прошло примерно 3 года. То есть ты 3 года сначала пашешь, как бы говоря, в никуда, везде себя рекламируешь, советуешь, и через 3 года уже более-менее начинает продаваться. Георгины я, получается, в год только занимаюсь, да, в прошлом году вот я продавала, в этом году продаю, в этом году лучше, чем в прошлом, но не скажу, чтобы прям очередь стоит, много народу спрашивает, соседи берут, но жить на это, конечно, нет, ну, это как небольшой заработок, да, очень надеюсь, что в следующем году будет еще лучше, а потом еще, в общем, планов у меня, как всегда, вот такое громадье, ну, да, георгины продаю, вот на вопрос ответила.
Итак, друзья мои, ролик не будет и так длинный. Привела я в апрелевку, все отдала, георгина отдала, тушенку с колбасой все отдала. Поговорила. И мне предложили такой интересный вариант, между прочим. Очень такой дельный. Я вот хочу задать вопрос своим зрителям, тем, кто у меня заказывает продукцию. Будете ли вы брать у меня кроликов и перепелов? Вот это же самое главное, куда потом все это сбывать. Друзья мои, если есть желающие на кроликов и перепелов, напишите внизу в комментариях, я буду брать. Если вы живете далеко, не заказывайте у меня продукцию, пожалуйста, ничего не пишите, я бы брал и так далее. Меня интересует именно конкретный такой опрос. Будете ли вы брать кроликов и перепелов? Даже, наверное, по-другому сделаем. Вот здесь наверху, вот здесь. Сейчас у вас выскочит ссылочка с опросом. Там нажмете пальчиком, так, тык, и там будет да, нет, буду, не буду. Цена будет на них, естественно, что все зависит от цены, но, ребят, дешево точно не будет. Ну, как в магазине, даже, может быть, чуть дороже. Вот, прошу всех пройти опрос. Хорошая идея мне подкинули. Друзья мои, будем заканчивать, наверное, этот ролик, потому что он, скорее всего, и так получился длинным. Есть у меня такое предположение. Внизу в описании оставлю ссылки на наш вайбер-магазин и магазин ВКонтакте, который называется «Вкусно ем». Вы можете там заказать вкусняшки всякие, и я к вам их привезу. Как это сделать, вы увидите вот в этом ролике. А вот здесь чуть-чуть пониже что-нибудь интересное посмотрите. А вот здесь на канал можно подписаться пальчиком так, тык. И спасибо, что подписались. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. И я поехала домой.